Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. Хотел вот показать вам различия между колибри масляной и лесолюбивой. Вот такие ножки у колибри масляной. Довольно-таки мощные, даже вот такие вот бывают. Вот. И колибри лесолюбивая, вот они маленькие, тонкие. О, тоже, кстати, полые, волокнистые, но более жесткие, чем у колибри масляной, поэтому ножки у лесолюбивой я обрезаю, беру только шляпки, в отличие от масляной. Можно их и вместе, и порознь собирать. В общем-то, оба гриба съедобны, и большой ошибки не будет, если кто-то перепутает масляную с лесолюбивой. Вот. Они не так уж и сильно похожи. Вот у масляной коричневые, серые оттенки в шляпке, у лесолюбивой более такие рыжие, желтоватые, оранжевые. Вот. Могут быть похожи, когда выцветают, прям слишком прям светлые, когда бежевые цвета шляпок, тогда они более-менее, можно их как-то спутать, конечно. Пластинки также частые у обеих колибей. Но у этой лесолюбивой они более такие желтоватые, у масляной светлые более. Все, грибы можно брать, грибы съедобны, еще раз повторяю, оба. Всем удачной тихой охоты, пока.